Леонид Николаевич Максимов. Николай Иванович Марков. Начало футбольного сезона в Казани ознаменует показ исторического фильма. История названия клуба. Рассказ о том, как полвека назад никому неизвестная казанская «Искра» трансформировалась в боеспособный, грозный рубин, который нашумел не только в России. С минуты на минуту презентация фильма «Под прицелом рубина». У дверей кинотеатра царит ажиотаж. Среди зрителей – обычные болельщики, ветераны клуба и, конечно, футболисты. Зал наполняется гостями и... Радиолокационная станция выполняла обзорную функцию, но главное, именно с ее помощью осуществлялось точное наведение. На протяжении целой эпохи каждый, кто был готов посягнуть на воздушные границы нашей Родины, оказывался под прицелом рубина. И в первую очередь я серому расскажу, своему сыну, чтобы была история эта интересна, да. Очень удачный фильм, очень удачный, причем он даже вот полчаса вроде бы, но сюжет действительно закрученный. Я шел и тоже уж болельщик со стажем, спортивный журналист, но я не знал сюжет, я не понимал, почему такое название. Для меня, в общем, это как в хорошем детективе, наверное, вот это вот откровение. Вот. Я даже не знаю, у кого сейчас аналоги какие-то в клубах, там премьер-лига, вот такие вот исследования настоящие, исторические. Я как историк по образованию, все, поэтому... Ну, браво создателям. Узнать эту информацию для меня это только плюс, и я рад, что побывал на этом фильме. Очень понравился фильм, он так прям за душу взял, и даже я чуть-чуть пустил скупую слезу. Я даже многого не знал, да, но посмотрев этот фильм, да, это для меня очень и очень важно. Наши болельщики узнали, откуда пошло это название, от первых уст, можно сказать. Тех людей, которые непосредственно принимали участие, предлагали свои варианты некоторые. Эти фильмы очень нужны нашей команде, нашему клубу. Мы узнаем свою историю, так как без истории нет будущего.